Мониторинг качества школьного питания – одна из важных задач органов власти. Ученики должны быть обеспечены вкусными обедами и завтраками, приготовленными согласно всех санитарных требований. Ранее представители администрации Думы и Управления образования инспектировали городские школы, а на предыдущей неделе посетили столовые и пищеблоки школ, расположенных в территориальных отделах округа. Организация питания в сельских школах всегда отличалась от городских, и проверяющим надо было это учитывать. Мы были в трех школах. Это Орловская школа, Теплогорская школа и Усть-Алексеевская школа. В этих школах питание организовано силами самих школ, в отличие от городских школ, то есть это не центр питания, а именно сами школы организуют вот это питание. То есть понятно, что оно отличается немного от городского питания, потому что они работают по своему согласованному с Роспотребнадзором меню. Проверяющие проверили качество обедов лично, а также проверили другие нюансы организации питания. Обращали внимание на соответствие меню, которое разрабатывается на 10 дней, на выполнение санитарных норм персоналом пищеблока, на условия приготовления завтраков и обедов. Нарушений в рамках посещения трех учебных заведений проверяющие не выявили. То, что мы проверяли питание, это, опять же, хотел подчеркнуть, это поручение губернатора о том, чтобы главы и депутаты контролировали не только ход образовательного процесса, но и питание наших детей. По питанию мы выявили, что у нас все соответствует. Даже поговорили с детьми, все очень довольны. Будем контролировать, смотреть за ходом учебного процесса и питания. Ну и докладывать об исполнении поручений губернатора. Мониторинг качества питания в учебных заведениях будет продолжаться. Проверяющие планируют посетить все школы Великоустюгского округа. Независимо от отдаленности школы от административного центра, качество завтраков и обедов везде должно быть на высоком уровне. Степан Крыжановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».